Hey, okay, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Мегамен, первая часть. Гудмен, вот эта херовина, была жесткая, тяжелая. Теперь у нас Электромен. Поэтому погнали. Электромен. По поинтам можно понять, насколько он сложный. Если что. Если что, эти штуки бессмертны на самом-то деле. Поэтому у меня вопрос с... У меня такой вопрос. Как мне... Ага, все вижу. Переключаться между... персонажами. Все, я узнал, поэтому все нормально. Не-не-не, лучше с этой стороны начать теперь. Главное здесь не упасть. Вот единственное, будет огромный минус. Падла. Падла. Упасть тут легко будет. В самый низ особенно упасть легко будет. Легкие враги, поэтому просто поднимаемся выше. Просто лезем вверх. Я даже не хочу вниз спускаться за предметами. Ой, это такой убогий уровень. Вот особенно здесь легко упасть. И как вы это собираетесь мне провернуть? Хотя... А, сейчас попробуем. Мне нужно узнать, момент у меня будет именно, чтобы запрыгнуть сразу на тот. Да, есть, все отлично. А ну-ка. Понял. Допрыгнул. 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 Я чувствую, что у меня будет жопа гореть от этих платформ. У меня просто будет жопа печь от этих платформ. Что? Ладно. И так вышло. Платформы. В чем сложность? Ага, хорошо. Чувствую, я выбрал правильный, да, путь. Да-да, правильно выбрал. Коснули молнией. Как бы мне это сказать? А я эту херь не смогу сломать. Я эту херь сломать не смогу теперь. Знаете почему? Мне нужна эта херь. А чтобы ее получить, мне нужен...
Мне нужен. Это назад. Мне нужен Гудмен. Пошлите на него. Потому что я там не смогу ничего сделать. Мне нужна Гудмена, чтобы достать ту штуку. Та штука — это присоска. Я вспомнил. Это такая херь, поверьте. Просто сраные уровни с платформами, боже. Бом, минус. Просто минус. Next. Просто понимаете, тот предмет — это очень важный был. Который в дальнейшем бы мне просто помог по уровню пройтись. Так, загрузить уровень. Окей. Выйти. Гудмен, я забыл сохраниться там. Гудмен. Раньше сохранялок не было, нужно было за один присест это все проходить. А теперь хотя бы... так. Так, хорошо. Сохранить. Странные платформы. Я прыгнул. Я ведь прыгнул. Я буду даже с одной кантишкой просто бегать, да и все. Просто нужно было сохраниться в этом моменте, чтобы из головного меню постоянно не выходить. Быстрее, быстрее. Что? Окей, я понял. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Да, я запустил сразу отсюда, чтобы время не тянуть. Что платформы звук не создают. Почему я прыгнул? Я путаю кнопку прыжок и атаки. Все равно. О, контишка. Что-то ничего не потерял. Но я сдох. Я на это хотел, на камень запрыгнуть. Такие твари, вот эти сложные моменты. Ой, просто сохранить игру, да, чтобы я просто вот это не мучился. Я ж... О, сохранил. Не мучился постоянно по полчаса. Йоркин, давай. Нет.
Нет, ты чё гонишь? Просто деремся на мужика, да? Это жопа. Готово. Боже, как они мне надоели уж гонять туда-сюда. Так. КП. 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 Так. Сохранить игру. Да, окей. Окей, окей. Чего Томас? Что Майкися хочет? Не ори, пожалуйста. Не мешай. Томас, я говорю, не мешай. Ты видишь механики? Специальные механики, как убить врага. Видишь? Писи моя. Ляжь на кровать. Ложись на кровать, отдыхай. Вот. А теперь мы можем с вами пойти дальше. Потому что мы теперь сможем кидать эти камни. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.